нашел шлем из Китая, но не такой, нет, чтобы ездить на моцике. Пырка, коробка. Визор у него отдельно, что ли? Они все кривоватые. Это как-то так должно быть, что ли? А нет, вроде ровненько. Визор и сам шлем. Я думал, у него есть под камеру крепеж. В принципе, пойдет. Но все такое тонкое. Слушайте, у меня вот самый дешманский, вот там возле забора валяется шлем, на котором я падал, поцарапанный. Я что-то так думаю, я его, муж, восстановлю. Ну, тут все такое мягенькое. Но тут это, получается, первая защита. И внутренний каркас тоже из пластика, жесткий. Ну, тут под шапку надо какую-нибудь. Потому что вот это вот все будет тереться. Жесть. Ну, пойдет. Не так дорого. Доступно. И в конце концов, это не мотоцикл, а мопед. Тут скорости поменьше. Ну, я так скажу, что на маленькой скорости любой защитит. А на большой, мне кажется, ни один не защитит. Разве чтобы. Я промолчу.